Так, проверка. Аппарат полностью сброшен и заряжен. То есть нужно ввести сейчас будет данные, ну, как бы начать им пользоваться. Ну и тут уже начинаем старт. И дальше по плану. Русский язык присутствует, клавиатура русская есть, потертости ничего нет. Спиртом обработал, спиртовой салфеткой. Выключаем. Выключаем. Там выбрать язык надо будет и все остальное. Ну и назад в чехол. Чехол новый, не разработанный еще. Теперь у меня тут есть немножко пупырки. Ложим пупырочку. Заворачиваем. Почтальон где-нибудь в воду и все. Много не мало. Теперь будем искать коробочку. Ну вот, нашел коробку. Не влезет. Ну ладно, может быть, у них что-то будет. Пойду отправлять.